Всем привет, ребят. Ладно. Всем привет, ребят. С вами опять Руслан. Мы продолжаем. Продолжаем снимать видео. Сегодня у нас будет игра Bad Piggies. Вот, давайте же начнем. Я тоже прошел игру, но... Так, мы, конечно, начинаем сначала. Выберем первый уровень. Вот, что же у нас в этой игре есть? У нас есть вот такие вот штучки, которые мы можем ставить. В окошке можем вот так вот делать. Мы можем их поставить в окошке, сделать какую-то конструкцию. В этой игре мы будем играть за свинок, а не за птичек. Тут у нас же есть подсказка, но я знаю, как играть, так что не буду вам говорить. Да, я знаю. А если это... Ребята, а если я оторву колесо? Ну... Нет, оно все равно меня ведет на галочку. Но вообще-то надо не так, надо с колесами. Но я даже могу сделать уменьшенную конструкцию. Давайте вот так вот сделаем. И поедем. Нажимаем на галочку и едем. И едем к финишу. Что ж, мы приехали и полетели. Наша конструкция не пострадала, а мы пострадали. Что ж, идем дальше. И, ребят, тут еще нормальная система звездочек. Потому что, ребят, тут сколько вещей как бы сделал, которые тут было задание, столько звездочек дадут. Это довольно интересно. Так, тут у нас такой уровень простенький. Тут у нас есть коробочка, давайте даже покажу. Сейчас перелистываем. Ну, это вам понятно. Нет. Покажите коробочку. Ладно, я вам сам покажу коробочку. Коробочка вот тут у нас сверкает. Мы можем нажать и посмотреть на уровень. И вот, вот эта коробочка. Как же она работает? Если до нее дотронуться, то, собственно, получишь вторую звездочку. А если пройти тоннель за 4 секунды, то получишь третью звездочку. Собственно, это сделать довольно несложно. Ставим сюда свинку. Качаемся назад. И отпрыгиваем к финишу. Мы прыгнули к финишу. Бам-бам. Так, что у нас дальше? Так, дальше у нас что тут надо? Тут нам надо за 7 секунд или за коробочку. Ну что ж, ну, давайте попробуем налево. Не-не-не-не, налево. Ну ладно, пойдемте направо. Уи, мы полетели до коробочки. Забирай. Забрали. А теперь... Нет, наша конструкция сломалась. Давайте правее немножко. Давай. Еще раз. Катись. Да, прыгнули, да, катились. Теперь дальше. Катимся. И докатимся. Давай, и докатились. А теперь попробуем за 7 секунд. Так, за 7 секунд это сюда, вот так вот. Ну, в принципе, да, хватит. Все. Ай, не совсем все, блин. Мы застряли. Ладно, давайте еще раз. Может быть, можно сделать вот так вот? Это что-нибудь даст? Давайте сделаем вот так вот. Это, в принципе, неплохая конструкция. Нет, нам это не очень многое дает. Так, может быть попробовать вот так вот? В принципе, давайте попробуем. Может быть, да, и это была правильная конструкция. Да, идемте на следующий уровень. Так, ребят, тут у нас только свинка есть, в принципе. Нам надо за 4 секунды, у вас всегда получится. И вот такая вот коробочка, нам ее тоже надо собрать. Собрать коробочку можно вот в этом месте. Но давайте, если я покажу вам, что будет, если во всех клеточках. Давайте сначала в первой. В первой клеточке мы попадаем на динамит и проходим уровень. Ну, все время его за 4 секунды. Так что все время вы сможете получить 2 звездочки. Перезапускаем. Так, теперь ставим свинку вот сюда.
Это место нам дает то, что мы не приземляемся на динамит, а проигрываем. Да, вот в этой клеточке лучше не быть, не быть. Тут у нас что, я уже сам не помню. Ага, тут у нас мы без динамита проходим, но не успеваем, кстати. Так что лучше, чтобы успеть, на первую клеточку ставьте. Ну и последняя клеточка у нас, конечно же, для коробочки. И мы взяли коробочку ушками. Пиу, и прилетели до финиша только без времени. Так, идем дальше. Так, тут у нас что? Ага, тут у нас, вот, видите, коробочка. Она у нас слева. И у нас добавился новый элемент. Это вентилятор. Я сейчас вам все расскажу. Так, ладно. У нас добавился новый элемент, вентилятор. Новый элемент вентилятор. Вот. Его надо ставить сюда, чтобы собрать с коробочкой. Противоуровень с коробочкой. Ну и ждем. Собрал, опускаем и все, и едем. Свинка так рассматривает те места, по которым едет. И даже колесо отлетело. Вот такое вот у свинки. Ну, я еще кое-что хочу. Что будет, если сделать маленькую конструкцию, опять же. Так, секунду. Итак, я вернулся. Что ж, ну посмотрим, что у нас из этого получится. Мы дотронулись. Ну, в общем, мы дотронулись до динамита, но не взорвались. Вот что у нас там будет. Так, тут у нас... Что у нас тут? А, тут у нас... Ага, у нас добавилась новая вещь. Новое задание. Пройти уровень без какой-то вещи. Сейчас нам надо пройти этот уровень без вентилятора. Ну-ка, опа, получилось. А тут? Тут получилось. А вот так получилось. Ладно, ребят, в общем, пройти уровень без вот этого вентилятора. Давайте же я вам покажу. Давайте сначала посмотрим на уровень. А, ну просто. Опа, ха, тут уже... Ладно, давайте. Не-не-не, немножко неправильно. Ой, ты что я делаю, блин? Вот так. Так, едем. Плю, отпускаем. Пшу, не попали. И докатись. А, не докатился. Ну, давайте еще раз попробуем. И там нам сказали без вентилятора, ребят. Но коробочку надо собирать с вентилятором. Ладно, давайте попробуем ее собрать вот так вот. Нет, нам это не помогает. Может быть, сделать тормоз какой-то, я не знаю. Итак, ребят, мы продолжаем. А так работает. Ну, в принципе, ребят, можно было сделать немножко и по-другому. Оторвать это сюда. Ну и нашу знакомую конструкцию. Ой, не-не-не, сюда. Попробуем. Да, ребят, это сработало. Так, ребят, сейчас надо будет тормозить. Тихо-тихо, перевернулась. Не совсем сработало. Давайте вот так попробуем. О, не, не совсем. О, нас наша колясочка вернула назад. Ну, в принципе, ребят, можно было, наверное, попробовать и по-нормальному это пройти. Давайте же как раз попробуем. Ускоряемся и... Вот сейчас...
Да. Но и нас выбросило почему-то, и мы не докатились до финиша, а мы просто застряли вот тут вот сейчас. Ха. Ну, у меня есть лейка. Давай, разгоняемся. Давай, давай, вот, да, получилось. Ну, а теперь давайте же попробуем без вентилятора. Как вы думаете это? А, конечно же, просто его без вентилятора пройти. Просто фью, пошел нафиг. И поехали дальше. Все. Сейчас выиграем. О, не-не-не, не совсем выиграем. Мы, наверное, выиграем, если сделаем так. Я не знаю, что это такое, но это что-то такое. В принципе, такая конструкция обычно срабатывает, чтобы прилипнуть. О, такая конструкция срабатывает, чтобы сорвать коробочку и упасть в эту яму. Можно вот так попробовать. Е, мы прошли. Даже с коробочкой мы прошли без вентилятора. Это очень классно. Идемте дальше. Так, дальше у нас тоже какой-то интересный уровень. Так, вот, новое. Это без повреждений. Не ударяться об стенки. Вот это вот посередине. Давайте же попробуем не ударяться об стенки. Так, не ударяться об стенки, надо будет по-другому проходить. Ну, конечно, шучу, не так, но можно и попробовать. Ага, понятно. Ну, тогда вот так вот. А почему бы и нет, ребят? Даже уравнятель есть. Немножко ускорятель есть. Но, прекрасно. Это, наверное, оставлю. Это чтобы было более нормальнее, чтобы мы... Опа, вот случайно не споткнулись, как только что, но неплохо. Так, давайте дальше пойдем. Опа, это мой любимый уровень. Ах да, у нас добавилась новая вещь. Колесо. Не обращаю внимания, что оно закрыто. Ладно, пройти уровень без железного колеса. Что же оно делает? Ну, вы, наверное, уже догадались, что оно просто крепче. Вот оно. Ну, нам сказали его проходить без железного колеса. Без. Это только с деревянными. Вот так. Ребят, не бойтесь. Я вам еще продемонстрирую, как это будет с этим колесом железным. Бил-бил. Поехали, поехали. Бил-бил-бил. Прилетели. Так. Идем дальше. Опа, дальше моя любимая вещь. Кока-кола. Так. Она делается довольно... Ах, да, кстати. Кому неудобно вот так вот брать и перетаскивать, то можно, знаете что? Вот смотрите, выбрали что? И брум. Не, ну не так, конечно. Вот. Выбрали, вот, например, свинка. Нет, не свинка. Вот, например, выбрали колеса. Зажали и все. Например, выбрали эти. Ой, сейчас. И все. Ладно. Так, давайте поставим колеса. Теперь Кока-Кола. Это веселая вещь. Так, тут у нас коробочка. Давайте мы ее соберем. Кока-Колой можно, если нажимать на нее, регулировать ее в разные стороны. Это как бы турбо. Кока-Кола. Давайте покажу, как она работает. Давайте возьмем свинку. Туда. Нет, наверное, вот так. Все. Включаем. Она резкая. Мы перелетели даже. И упали куда-то сюда. Интересно, что у нас тут. Ну, я думаю, что у нас ничего нет, потому что мы просто застряли. Сосна, можно попробовать одним. Как бы, ну, вы, наверное, меня поняли. Вот так вот я имел в виду. Жу-жу-жу. Да-да-да, слабенько надо было. Все, поехали дальше. Дальше нам надо ехать. Турбо-турбо-турбо, и мы приехали. А также вот на этом уровне можно взлететь в космос. Хотите? Давайте взлетим. Смотрите. Так, свинка готова к запуску. Так, давайте тут поставим блок, чтобы... Не-не-не-не, не так.
Ладно, поставим колесо. Колесо. Вот. One. One. Так, Петя. Так, Петя вернулся. Так, что ж. Продолжаем. Так, давайте попробуем побыстрее. Все, one, two, three. Ухи, прикольно. Прикольно. Так, секунду. Так, ладно, давайте пройдем уровень, чтобы продвинуться дальше. Турбан! Турбо! Ну, я вообще-то знал, что будет все так, но мои колеса могут долететь. Так. Так, нет, нет, нет. С коробочка, где она была? А, ну, с коробочкой я вам показывал уже. Идем дальше. Так, дальше у нас добавилась новая вещь. Коробочка висит вот тут. Так, дальше у нас добавилась новая вещь. Это зеленая жидкость. Она, ну, то же самое, что и Кока-Кола, только слабее. Это как, по-моему, спрайт, если я не ошибаюсь. Давайте мы их поставим в красивые конструкции. Но, ребят, их я сразу не активирую. Да, их лучше сразу не активировать, а то ваша конструкция вас заброшит и сама покатится дальше. Давайте Кока-Кола, все, конструкция покатилась без нас. Так, ребят, собственно, тут надо, наверное, сначала включить это, а вот теперь эти. Но коробочку мы все равно не взяли. Ну, вообще-то, если я не ошибаюсь, надо вот так. Да, по-моему, вот так как-то надо там. А, еще надо держать равновесие. Вот сюда надо поставить свинку. Нашу хрюшку. Так, ускоряйся, ускоряйся, ускоряйся. Да, задели. Ребят, мы бутылкой задели коробочку. Вы заметили? Вот. Замедлить, там у вас есть это, там такая функция есть в настройках, замедлить видео. Вот немножко сделать его медленнее. Замедлите его и увидите, я зацепил бутылкой. Так, это у нас двухэтажный дом, да? Так, это у нас какая-то бутылочка, декорация. Ну и давайте пройдем этот уровень. Он довольно легкий тоже. Так, это нам вообще не нужно. А нет, не совсем легкий. Я, наверное, немножко ошибся. Да, тут есть коробочка. Смотрите, у нас даже сейчас мы покатимся дальше. И наша конструкция выиграла. Нет, наша конструкция не выиграла. Давайте попробуем сделаем какой-то очень странный дом. Который был, возможно, в 44-м или в 40 непонятно каком веке. Ну, вообще-то, я пошутил. Возможно, такой дом когда-то строили, или какую-то такую повозку строили в 1-м веке. Ладно. Опа, опа, опа. Может, а, нет, не долетел. Но, может быть, мы хотя бы просто до финиша докатимся. Возможно, эта повозка не такая уж и плохая, не думаю. Эта повозка просто разломалась. Но у нас есть еще вот это вот. Это будет нас держать. А теперь включаем. Она нас немножко откатила. А теперь включаем это. Может, теперь. И нет, не помогает. Ну, давайте тогда, я не знаю. И правда, куда-то это поставим. Может быть, мы сделаем только такую конструкцию. Это будет довольно весело. Не совсем. Они танцуют. А если я только это включу? Оно просто нас закрутило. Тогда давайте это включим. Да не будем крутиться, блин, мне уже надоело крутиться. Ладно, не будем. Давайте починим все, вот так вот. Во, может быть, это поможет. Воу, нет, это вообще не помогло, это только сделало хуже. Так, давайте попробуем. Я не знаю, что это такое. Это что-то. Это какой-то бред. Вот что это. О, зато мы так пройдем уровень, ребят.
Нет, не пройдем. Ну, наша повозка почти целая. Это от нее кусочек отлетел. Колесик. Господи. А что бы, если и правда такое? Может, это сработает? Нет, оно слишком тяжелое, но для прохождения уровня то, что надо. Почти то, что надо. Ну, в принципе, ребят, да, неплохо. Можно и если сделать так. Давайте-ка даже проверим, правда? Ну-ка. А, не совсем правда, но колесо выиграло. Ладно, тогда давайте свинку вообще вот так поставим, что будет. Все. Ага, она уже потеряла первую бутылочку. Перевернулась, сломалась и вообще проиграли. А если свинку поставить в загадочное место? Ой-ой-ой, не-не-не-не-не, это вообще как-то загадочно. Ладно, ребят, давайте попробуем еще какую-то конструкцию вот такую. Я не знаю, это будет полный бред какой-то. Думаю, одной колы уже хватит. Нет, ребят, это ее нифига не хватило. Это какой-то полный бред. Давайте сделаем так. Вот так. Вот так. Конструкция доедь. Она скрепилась. Загадка, ребят. Конструкция, ребят, скрепилась. Видите, она скрепляется колой. Представляете? Это классно. Кола может скреплять. Давайте попробуем так скрепиться. Нет, нас выбросило. Но кола скрепила конструкцию. Так, что-то я сильно долго и тур не прохожу. Давайте попробуем его как-то так пройти. Уже. Вот так. Не, ну а почему бы и нет? Да и перевернулась на другое колесо. Так. А, ребята, что если сделать самую нормальную конструкцию? Вот такую. И маленький тормоз. Вот здесь. Ну, поехали. Это было что-то. Может, нам вот это поможет. Поехали. О, да, оно действительно помогло. О, да. Поехали. Конструкция доехала. Но мы не доехали. Короче, ребят, я догадываюсь, что я сделаю. Мне надоело. Я сделаю самую простую конструкцию. И пройду это вместе с этим. Давайте возьмем. Немножко неправильно. Все, с коробочкой. Алло, о, не падай ты. Ну-ка. Зараза. Может, надо равновесие подержать? Давай, поехали, поехали, поехали. Держимся. Давай, не падай, все хорошо. Вау! Да, давай, нет. Что за бред? Ну, я уже знаю, что будет, если я сюда. Наверное, просто там будет сильно большой вес, и я упаду. Ведь так? Ведь так. Я знал, что так и будет. Бум, может быть, меня динамит, конечно же, не спасет. А мы можем попробовать сделать немножко по-другому. Вот так. Вот так. А что, если кое-что другое все-таки сделать? Ребят, я знаю. Я сделаю наоборот. Ай, зря!
Блин, ребят, как это пройти, я не знаю. А может быть, мне надо было капельку по-другому сделать? Вот так. Блин, сколько-то. Ну, почему бы нет, ребят, в принципе. Можно и попробовать. Взял. Осталось надеяться на главное. Я не знаю, как свинка не дотронулась, но это было прекрасно. На время да не, меня, ребят, не просите. Сами попробуйте. Что у нас тут? Тут у нас тоже что-то. Ага. Ну, тут у нас тоже легкий уровень. И перевернулись. Вообще, тут там надо себя подвинуть. И включаем три. О, нет, я перелетел коробочку. Давайте включим только это. Ай, не совсем. Не совсем правильно я сейчас делал. Бум-бум, дубиной, пш, об землю. Хм. Идея, ребят. Да-да. Меня она подняла. Я хочу кое-что проверить, ребят. Ребят, что действительно будет, я боюсь. Давайте попробуем. Бум! Ракета взлетела на небо и приземлилась вот сюда. Так, ребята, почему бы и нет, в принципе? Давайте попробуем вот так. Ага. А у меня, кстати, есть идея. Вот такая. Знаете такую идею? Это супер идея. Вот. Поехали. Это будет нас надавливать. Вот тут немножко замедлиться. Да, помогло. Не совсем все-таки. А почему бы и нет? А может доедем? Ну, нет, не доехали. Колесо крутить. Нет, мы не доехали. Ладно, ребят, давайте попробуем с коробы. Давайте попробуем на время, но без коробочки. Хорошо, ребят? На время у нас делается вот так. Не совсем так. Ладно, ребят, на время у нас делается вот так. Что это? Ты что, перевернулся, алё? Ага, понятно. А если я это активирую, будет лучше? Да, будет лучше. Теперь включаем это. Пробуй на время, на время. Нет, на время тоже не получилось. Так, ребят, давайте попробуем. Знаете что? Вот такую конструкцию попробуем. Включим их сразу. Полетели, полетели, колесо перекручивается вообще. Я даже с коробочкой это могу пройти, но... Ребят, будет с коробочкой. Коробочка, иду без времени. Ну, ребят, за 49 там или 8, по-моему, миллисекунд я не успел, но зато я с коробочкой пошел. А, это мой любимый уровень. Прикольно? Так, тихо-тихо-тихо, не отскакивай. Ребят, тут есть много разных способов. Да, ребят, это способ. Вот такой вот способ. Надо для того, чтобы нормально пройти уровень с этой коробочкой. Сейчас я вам еще покажу, как с этой. Так, ну с этой коробочкой... А, кстати, что будет, если вот так делать, я не знаю.
А, ну вот, ребят, собственно, вам пример с этой коробочкой. Вот, ребят, поняли? Просто наоборот. Наоборот. Все наоборот. Нынче все наоборот. Так, что у нас тут? Опа, новая вещь. Пшикалка. А, нет, она не новая, блин, нифига. Так. Да, ребят, она нифига не новая. Но тут нам, наверное, надо без нее пройти. Давайте как раз так и сделаем. У нас забралась новая вещь, динамит. Так, чтобы пройти без этой пшикалки... Нет, ну не так, конечно. Без пшикалки это делается... Дело вот так вот. Смотрите. Ой, это не... Без пшикалки, ребят. Так, ребят, давайте еще раз. Действительно, ребят, без пшикалки, no problem. Без пшикалки, no problem, легко. Так, ребят, а теперь давайте, наверное, по-нормальному, потому что я не думаю, что я правильно прошел без пшикалки. Правильно было нажать на колу. Не думаю. Ладно. В общем, я как-то прошел. Да, мы прошли. Да, я прошел. Давайте пройдем уровень и посмотрим на следующий. Как это? Перепрыгнул. Так. А, да, ребят, тут еще есть коробочка, но я прошел без пшикалки. Коробочку сами соберете. Опа! Тут уже будет без динамита. Но я пройду с динамитом. Хотя нет, без динамита. Тут будем проходить с коробочкой. Так, секунду. Вот, ребят, знаете, вот, вы думаете, вот так вот все будет нормально, чтобы доехать до финиша? Ребят, это просто будет ракета, которая взлетит наверх и приземлится, сломавшись. Неправильно, будет правильно, ребят, если вы знаете, что надо будет сделать. Правильно будет, видите, колесо умеет управлять. Я его поставлю направо, мы поедем направо и долетим до финиша. А если я его поставлю налево, будет то же самое. Вот смотрите, беру, ставлю колесо налево, и мы летим налево. Прикольно? Ну, ребят, теперь мы пройдем с коробочкой. С коробочкой это надо уже проходить вот так. Да не совсем. Блин, с коробочкой надо уже с динамитом проходить. Не-не-не-не-не, не так. Мы просто улетели назад. Нет, 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 не получается с коробочкой. Но, ребят, я прошел без динамита. Без динамита. Вот, я прошел без динамита. Это тоже неплохо. Так, давайте дальше. О, это мой любимый уровень. Надо собрать две коробочки. Я, наверное, так и сделаю. Первая коробочка тут и вторая там. Так. По-моему, если я не ошибаюсь, надо где-то тут бомбить. А если просто я забыл, что будет. Опа! Прикольно. Так, ладно, ребят, правильно будет сделать вот так. Где-то тут стрелять. Стреляй! Ну, я собрал коробочку, но не прошел с ней, я просто вернулся к своей постройке, только уже поломанной. Так, да, давайте попробуем, может быть, знаете что, без динамита, что будет. Ага, хорошо. Так. А если мы это вниз поставим? Ага, понятно. Ладно. Ладно, ребят, наверное, я с коробочкой с одной пройду, возможно. С двумя не думаю, что получится. Так, динамит нам нужен. Я его, наверное, в серединку поставлю. О, даже с двумя, ребят, прекрасно. Пошлите дальше. Опа, зонтик, новый элемент. Ну, я уверен, вы уже догадываетесь, что он будет делать.
Ну, я уверен, что вы как раз думали о том, что сейчас вы увидите. Он может капельку замедлять, а может... Нет! Приземлились нормально. Ой-ой-ой, да он довольно перевешивает зонтик этот хорошо. Так что с ним надо быть поосторожнее, он хорошо перевешивает. Давайте попробуем успеть на время. Так, на время я уже не успею, на время надо с выключенным зонтиком ехать. Не получилось. Также, ребят, смотрите, сейчас я вам покажу. Сломалось колесо, а нам надо ехать, например, налево. Колесо, я сказала, сломалось. Вот так. Зонтик может исполнить вашу же роль. Он немножко может вас потащить немножко. Вот смотрите, видите, вот тут беленькая маленькая точечка. Ага. Ага, он меня только назад отталкивает. Ладно, потом вам все... Ребята, я вам все потом покажу. А пока давайте вот так сделаем. Давайте лучше с коробочкой попробуем, нет? Ладно, что-то я просто пройти уровень даже не могу. Ну, давайте еще раз попробуем. Попробуем с коробочкой. Коробочка, берись! Да, коробочка взялась. Опа. Так, идем дальше. Вот, ребят, тут как раз роль зонтика выполняется. Без Кока-Колы можно пройти только с ролью зонтика. А смотрите как. А, ну да, можно было его так сделать. Но по усложненному с ролью зонтика это вот так. Все. Ребят, мы двигаемся. Я не шучу. Давай, двигайся. Так. Двигайся. И... Ура! Зонтик не работает! Блин, я думал, он работал, но все равно мы приземлились. Я отключенный зонтик держал, он был немножко согнутый. Я думал, он работает. За время попробую. Так, этот уровень я пройду за время, потому что я помню, какой он жесткий, если его проходить с коробочкой. Ой, не-не, тихо-тихо. Так, не успел. Почти, в принципе. Поехали! Успел! 26 миллисекунд. Опа, моя любимая вещь. Это пружинка. Пяу, пяу. Пик-атак. Прикольная пружинка. Идемте дальше. Мотор. Тоже неплохая вещь. Друн-друн-друн-друн. Это делает, чтобы наш вентилятор или какие-нибудь электрические вещи работали побыстрее. Бжж. Так, этот уровень я ни с чем не буду проходить, хотя на время не получилось. А тут где А, тут надо без ударов. Давайте попробуем без ударов. Потому что, ребят, за время я помню, как это было. Это было ужасно за время. Без ударов. Успел без ударов.
Ребят, я даже за время успел. За время и без ударов. Так. Опа, добавляется новая вещь. Зонтик. Электрический зонтик. Так, вот, собственно, и железное колесо. Электрический зонтик работает как-то так. Это очень классная вещь, мне она больше всего нравится в этой игре. Это электрический зонтик. Вот такой вот электрический зонтик. Так, эту я не буду, я не собираюсь проходить. И за время, и за коробочку я просто это пройду на одну звездочку. На одну звездочку вы всегда проходите уровень. Вы не можете пройти уровень без звездочек. Так, давайте, собственно, пройдем, наверное, этот уровень и будем заканчивать, потому что я думаю, вам уже надоело смотреть, как долго я все это делаю. Я помню, надо взрываться около цветочка. Ну, не очень. Ага, по-моему, надо взорваться где-то здесь, как я понял. Ну-ка. На этой траве. Бау! Да, угадал. Так, что ж, ребят, мы падаем. Падаем, приземляемся. Мы приземляемся. И забираем карту. Ладно, ребят, думаю, на этом можно закончить мой маленький, не совсем маленький обзор. А какой следующий уровень? Это уровень вы сами пройдете. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписку и много подписочек, пожалуйста. Напишите мне приятный комментарий, лайк и подписку. Всем спасибо за просмотр, пока. Ах да, добавляйте это видео в избранное. Пока, всем. Всем пока.